дружище! Откапывать тебя не надо? Ну, вылезай тогда! С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится? Несговорчивые какие! Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе, кум королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы, но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи! Ты кто, мерда? Не знал тебя совсем. Ты нас проверял, пришел, да? От барон пришел, свышка, да? Прости, мерза, я глупый, лохматый раб, ничего не знал. Хозяин наверху там, да? Хозяин все знал, да? Что здесь делать? Кто разрешал? Хозяин тебя не ждать. Иди отсюда. Нельзя туда. Болбай ты. Не смей. Священное пламя покарает. Работа. Сделал бой.
Макар, что это, черт, это ты лечо? Да нет, Толян просто до кондиции дошел. Он как переберет, реально дурной совсем. На той неделе он загасил Лохматого одного наглухо, а потребил и не помнит, как он... Козырным мы тут все устроили! Можно же вот так работать! В таких-то условиях! Можно! Жалко, что съезжать скоро! Лохматый уже дно! Резать начали! За ними, кстати, кто сейчас смотрит? Да я хз! Тебе не пух вообще! Да нахуй! Кто там? Вижу, гада!
Thank you.
шарить по углам. Двери подорваться. Так, весь собака добьем, чай пить будем.
тихо, да? Никто нет уже? Сюда иди, да? This gate cat! Он враг! Ты его убивал! Ты друг, думаю! Дверь Бекину! Ты стой, я лифт опущу! Сюда иди, где лифт, да?